Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 10. Урок 13. Запиши арабскими цифрами числа. Вспомним арабские и римские цифры. А. Записываем числа, представленные в задании. Это число 7. Данное число – это число 9. Число под номером 3 – это число 24. Число под номером 4 – это число 46. Итак, разберемся. Данная римская цифра обозначает арабскую пятерку. Это однерка и однерка. Итого 7. Как мы записываем десятку? Впереди 1, получаем 9. 10, 10 и 4. 5 впереди 1. Это обозначает число 4. Итого 24. 10 и 50. Впереди 50 стоит 10. Значит, это 40. 5 и 1. Это 6. 46. Так, посмотрим на данное число. С – это 100. 3С – это 300. 5 впереди 1 – это обозначает число 4. Итого 304. Д – это 500. С – это 100. 100 – значит 500. 100 и 100 – это 700. 10 и 1, 2 – 12. Получаем 712. М – это 1000, Л – это 50. Получается 1056. 5 и 1 – это 6. Б. Запишем римскими цифрами числа. 4 представляет из себя 5 и 1 впереди. Это число 4. 11 – это 10 и 1 справа. 36 – это 3 десятки, пятерка и 1 справа. Получаем 36. 59 – L – это 50. 9 – это 10 и 1 впереди. Это 9. 93 – C – это 100. X – это 10. Вот это число 90. И 1, 2, 3. 93. С – это 100. X – 10. 10. Получается 120. И еще 5. Получаем 125. Число 400 представлено как D. Это 500. И впереди минус 100. Вот это получаем 400. Дальше 5 и 3 однерки. Итого 8. Получили число 408. 2002. М – это 1000. 2 – это 2000. И 2. 1 и 1. Получили 2002. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.